В Ярославском историко-архитектурном музее открылась недавно новая экспозиция древнерусского и народно-прикладного искусства. 5 лет работали над ее созданием художники, реставраторы, сотрудники музея. Построена она так, что, переходя из зала в зал, посетители могут словно перелистать страницы истории своего края. В 17 залах выставлено более 900 экспонатов. Самые древние из них датируются 12 веком, а самым молодым нет еще и 100 лет. Редко удается узнать имена народных умельцев прошлых веков. Поэтому с таким интересом читаем мы имена ювелиров Афанасия Корытова, Афанасия Колотошина или надпись «Шила старица Анна Тушина». Нет давно тех мастеров, а творения их живут. Живут и радуют нас, потому что вложили они в свой труд и мысль, и мечту, и любовь к земле, на которой выросли.